буквально полчаса назад мне прислали дольщики эти ужасные кадры, где совершенно фатально горят новые дома, недостроенные, жилищный комплекс «Стройиндустрия». Это тот самый комплекс, где сначала решили компенсировать жителям стоимость квартир в этом недострое через фонд «Дом РФ». Потом башкирские чиновники, как мне представляется, пролоббировали достраивание этого объекта. Там, конечно же, были интересанты, особенно в числе чиновников Министерства теперь уже строительства. Но, в общем, вот в итоге сегодня ночью, поздно вечером, этот комплекс заполыхал со всех углов. Пока не подтверждена информация, но она есть, и загляну, о том, что подожгли и чердак, и, значит, у основания здания первый этаж. Ну, видно, по крайней мере, невооруженным глазом, что здания, сооружения горят организованно, ни с одного угла, ни какие-то там алкоголики подожгли, как бы, где-то там случайно спичка или сигарета упала, это очевидный поджог. Что теперь будет с комплексом, я не знаю. Дело в том, что юридически сейчас Дом РФ может сказать, ну, сгорело так сгорело. Достраивать реально нечего, соответственно, ну, я не знаю, как теперь дальше будет это все обстоять. Конечно, очень драматически может все сложиться, в том смысле, что может получиться тупиковая ситуация, потому что действительно достраивать, наверное, будет нечего, а вот компенсировать будет тоже, собственно, нечего, потому что все сгорело. Ну, в общем, посмотрим. Совершенно неординарная ситуация, в которой, ну, наверное, придется разбираться уже новому министру строительства, и посмотрим, как вот он справится с этим. Ну, будем наблюдать.